Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз на прямой телефонной связи у нас сейчас будет Янис Юркенс. Добрый день. Добрый день. Да, ну, я знаю, что вы сейчас не находитесь в Латвии, это может быть хорошо, есть возможность, может быть, на расстоянии посмотреть на ситуацию и в нашей стране, особенно с учетом вот интересных таких вот визитов, которые у нас были совсем недавно, ну, я имею в виду, наверное, главным образом, визит президента Франции Эммануэля Макрона. До сих пор идет обсуждение этого визита. Многие обращают внимание на те месседжи, которые французский глава пытался высказать в Латвии, прежде всего призывая восстановить диалог с Россией. Вот как вы все это оцениваете? Я думаю, что это лицемерие. Я помню еще мою бытность на посту. Я тоже получал такие письма от госсекретаря тогда Джеймса Бейкера о том, что вот надо, мол, налаживать отношения, хотя у нас тогда был медовый месяц с Россией. Но все время с Россией надо дружить, Россия нам нужна и так далее, и так далее. А если Макрон говорит нам, получает нас, что нам надо вести диалог с Россией, а чего они не ведут диалог? Почему они все время за санкции, сейчас вот за санкции Навального, он там предоставил какие-то списки Германии. Поэтому, понимаете, он же что, приехал сюда, что он не знает, что у нас нет никакого диалога с Россией, и он практически невозможен, потому что вся наша внешняя политика, она антироссийская. Да, и я так понимаю, что нет никаких конкретных предложений, кроме того, что надо поговорить. Да, нет ведь каких-то предложений, что мы там, ослабим санкции, что мы начнем искать какие-то точки соприкосновения, какую-то дорожную карту. Я так понимаю, просто голые призывы к диалогу и ничего больше. Давайте, ребята, жить дружно, давайте общаться. А тема разговора какая? Какую тему будем обсуждать? Потому что если мы хотим действительно налаживать отношения с Россией, поворачиваться лицом к России, то, наверное, надо составить список тех работ, которые должна сделать наша страна. Что мы ожидаем от России? Чтобы была какая-то конкретика и на дипломатическом уровне согласовывать эти пункты, эти предметы разговора. А так приехать, сказать, давайте живите дружно с Россией. И что, и дальше? Дальше поехал и продолжал ту же антироссийскую политику, которую Франция ведет уже многие годы. Да. Может быть, тогда такой вопрос, который хочется задать. Вот те санкции, которые сейчас пытаются ввести в отношении России по поводу отравления Навального, значит ли это, что вот авторы этих санкций пытаются возложить вину за это происшествие именно на Путина, на Кремль? Конечно, я думаю, что ему такая позиция выгодна, потому что Россия на международной арене, в общем, мальчик для битья, как и Трамп, между прочим. Вот тут они одинаково. Если вы спросите у меня, что я думаю насчет всего этого, мое предположение, что я уже давно заметил такую борьбу против Путина. Она еще под ковром, но она ведется. И поэтому есть люди, которые заинтересованы, службы, серьезные люди, заинтересованы в подставке Путина. Потому что, я полагаю, если бы Путин хотел бы кого-то, замочить, то бы замочил, и никому и мало не показалось бы. Но это все кажется, мне кажется, что это все, чтобы напакостить Путину и на международной арене, и дома. И показать, наверное, тем людям, которые, в общем-то, ожидают таких действий от противников Путина, что они будут что-то делать. Так я примерно думаю. Если мы, может быть, посмотрим за океан, там тоже очень интересные события разворачиваются. Может быть, действительно, события, которые повлияют на весь мир. Это грядущие выборы президента. Из-за ковида Трамп временно выпал из этой предвыборной кампании, но, судя по всему, он скоро вернется. Как вы оцениваете ситуацию там? И многие считают, что это как-то очень жаль, что выбор американцев
состоит фактически между Трампом и Байденом, да, что нет более таких каких-то свежих, интересных фигур. Как вы все это оцениваете и чем эта предвыборная кампания может закончиться? Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в свое время, 4 года тому назад, вы предсказали победу Трампа. Я думаю, что хаос, который царит в Америке, он, по большому счету, он влияет на хаос во всем мире, потому что когда Америка была стабильная, когда Америка играла роль всемирного полицейского, был мировой порядок. Я думаю, Турция тогда бы не выступала так, как она сейчас выступает, и многие другие государства. Но что касается Трампа и Байдена, в принципе, это оба вот эти кандидата чести Америки не делают. Ни в какой мере. Это просто неприятно смотреть, как вот самое вроде экономическое и военным потенциалом ведет себя так, как они себя ведут. Это довольно страшно. Чем это все закончится, я думаю, что Трамп все-таки не проиграет. Я так думаю, несмотря на его хаотические действия, как-то мне кажется, что у него есть команда, которая знает, где живет избиратель Трампа, и они найдут этого избирателя, эти избиратели 3 ноября проголосуют. У меня такое ощущение. Фактов никаких нет, просто вот есть такой нюх, как говорят, политический нюх. Посмотрим, насколько он будет правильным 3 ноября. Да, посмотрим, уже недолго остается ждать. Все-таки не могу и не спросить об еще одном конфликте. Он от Латвии, конечно, тоже далеко, но, тем не менее, для людей старшего и среднего поколения это все знакомо. Я имею в виду вспыхнувший конфликт вновь на Горном Карабахе, там льется кровь, идет настоящая война. Вот что там может быть, и не показывает ли это тоже слабость каких-то международных институтов, потому что все эти призывы Минской группы прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров показывает, ни к чему не привели? Я думаю, что, в общем, националисты поднимают голову во всем мире. Не только в Европе, скажем, Польша, Венгрия и националисты в Германии. Но то же самое происходит и на Ближнем Востоке, и вот в Средней Азии. В Турции очень-очень-очень видно, как Турция хочет реставрировать свою бывшую империю. Ну и, в общем-то, Азербайджан тоже националисты хотят реставрировать былую мощность и территориальную целостность Азербайджана. Армения тоже. Ну, в общем, Бишкек, а там и Таджикистан. Я думаю, что вот эти вот все процессы, они связаны с ростом националистических таких настроений в этих государствах. И пока, в принципе, не видно конца и края, да, вот этому? Ну, а какой там может быть край? Я полагаю, что, в принципе, Турция ведет свои... В общем, интерес Турции не настолько вернуть обратно Азербайджану земли, хотя это тоже есть, но я полагаю, что у Турции зуб на Армению. Это же исторически так, что турки не любят, мягко говоря, армян. Но и кто вот это сейчас все это спровоцировал, я не знаю. Знают только специалисты. Но как бы там ни было, сейчас посредником может выступить Путин, как он себя проявит в этой ситуации, насколько он сможет уговорить, в кавычках, обе стороны, вот они приезжают в Кремль, уговорить обе стороны перестать воевать и прекратить кровопролитие. Ну а что потом? Вот там они годами уже ведут какие-то там переговоры и так далее, но еще ничего не договорились.
Договорятся ли они сейчас, я не знаю. Потому что, опять-таки, договорится ли Путин с Трампом, вы спросите, почему, причем тут не Трамп, а Эрдоган, извините. Потому что в прошлом году Россия Путин продал Эрдогану С-40, не, С-400. 400, да. Угу. Да. Но сейчас эти ракеты используются в военных действиях сейчас в Народном Карабахе. Насколько это правда, неправда, я не знаю, но вот такой факт, он имеет место быть. Поэтому ну там очень все сложно. И я понимаю, что у Турции тоже, понимаете, как они? Одни вот сейчас вмешались в Азербайджан, в Нагорный Карабах. Они ведут серьезные военные действия в Сирии, в Ираке. Ну, в общем-то, мало не покажется, правильно? Угу. Как долго, и насколько у Эрдогана хватит сил на все эти военные действия, я не знаю, посмотрим. Но, в принципе, это не то, что вот там приедет Алиев и армянский президент в Кремль, и все уладится. Я думаю, пока Трамп и Путин не сядут за стол, не договорятся, я думаю, мира там не будет. Это главные игроки. Да. Возвращаясь в Латвию, все-таки не могу не спросить, вот как вы оцениваете вот результаты выборов, и сейчас мы знаем, что есть новое руководство Риги, мэр и аж 3 вице-мэра, они себя назвали коалицией перемен. Вы вообще верите в перемены, и вообще как вы все это оцениваете? Я не верю, потому что вот эти люди неопытные, они сядут в эти кресла, а вокруг них то болото, которое было. Если я верю тому, что там в Думе царила многие годы большая коррупция, так что эти придут с какими-то своими новыми чиновниками, и что они наладят какие-то новые порядки? Думаю, что нет. Я, ну, когда Ушаков стал мэром, казалось, ну, вот сейчас будет. Ну, как я понимаю, он тоже погряз вместе с Эмриксом в коррупционные дела. Это я предполагаю, поэтому он кинул согласие и удрал в Брюссель, потому что думаю, что и были поставлены условия. Ребята, вы сдавайте Ригу националам и убирайтесь в Брюссель, мы вас трогать не будем. Вот поэтому вот она так и случилась. Я к чему? Вот эта моя преамбула долгая, длинная, потому что если все решают чиновники, если чиновники сидят коррумпированные, то как бы там ни менялись начальники и руководители, чиновник может любой закон любого хорошего, честного начальника подставить, ну, пока начальник сам не поймет, что к чему. А это нужно время, большое время. Угу. Так что, в принципе, ожидать каких-то таких позитивных перемен пока не приходится, да? Ну, и к тому же, вот этот вирус тоже вносит очень большой хаос в повседневную жизнь, не только в мире, но в Латвии тоже. Потому что, ну, понимаете как, эпидемиологи говорят, что, в общем-то, надо соблюдать самоизоляцию. Они вот утверждают, что не только вирусы приносят болезни, нужду и смерть, но и психологическая изоляция, безработица и домашнее насилие. Все это тоже идет в одной обойме. А умные экономисты знают, что больные люди не могут ходить в офисы, магазины, в рестораны. В общем, что граждане, которые опасаются за свое здоровье или работу, они же не строят дома, не покупают автомобили, не планируют дорогие путешествия. Ну, в общем, это палка двух концов. Mm-hmm. Знаете? Поэтому вот и в Рижской думе, и в правительстве, вот, и во всем мире, вот чего возьмет, как жить дальше?
Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что мы сейчас уже видим, что сейчас наступает вторая волна коронавируса, и уже ограничения не столь жесткие, как во время первой волны, потому что политики, неважно, насколько они были компетентны, уже понимают, не только в Латвии, что еще раз запереть всю страну или весь мир на самоизоляцию – это фактически смерть экономики. Я думаю, что, в общем-то, извините, все те люди, которые в этом опасном возрасте, я тоже там. Я думаю, этих людей надо очень-очень проверять. И те, которые, в общем-то, как это по-русски, подвержены, возможно, этому вирусу, их надо изолировать. Вот этих людей надо... Понимаете, это вопрос... Это же вопрос, в общем-то, отношения граждан к самому государству. Но если ты понимаешь, что вот эта самодисциплина очень, очень важная в данном этапе, ну, то, наверное, же надо как-то помогать государству, потому что в таких ситуациях другого инструмента у населения нет, как только государство, правительство, парламент, военные, полиция. Нет других инструментов, которые могли бы людям помочь. Поэтому люди тоже должны быть сознательны помогать властям, как бы там ни было, потому что беда большая, может быть, еще больше. Я так думаю. Поэтому люди вот такого возраста, которые подвержены всему этому, им надо самим самоизолироваться. А всем здоровым, молодым надо этим людям помогать, чтобы они и чувствовали себя изолированными настолько и беспомощными. В общем, это вопрос настолько социально ответственные мы, как население, организации и все остальное. Да, ну вот такой независимый депутат Алдис Гобзем собирает людей на улицу, завтра призывает там выйти своих сторонников. Вообще, на ваш взгляд, есть ради чего людям выходить вообще на улицу, протестовать? Я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас люди должны действительно помочь государству и тем самым себе. В общем-то, очень строгой дисциплиной и ответственностью. Вызывать людей сейчас на такие массовые акции, ну, я думаю, это безответственно. Это очень безответственно, потому что, ну что, они что, все придут только здоровые, что их будут проверять, что ли? Нет, конечно. Вы думаете, что и маски спасают, если они там будут тереться один об другого? Конечно, нет. Поэтому я думаю, что это абсолютно не тот формат, как надо высказывать свои протесты. Это просто, думаю, что я повторяюсь, но это безответственно. Да. Вот я слушаю, вот Гобзем, он сами выступает. Мне нравится, как он выступает. Я считаю, у него большой потенциал, в принципе. Как да? У политика, да? Да, я считаю, что да, и у него есть какая-то харизма, но он как-то, у него с чувством меры плохо. Вот там что-то есть такой потенциал, но чего-то вот не хватает зрелости, опытности, опыта и так далее. Вот, может быть, тогда такой вопрос, который я хотел задать. Вот все-таки, как вам кажется, есть еще шанс, ну, не хочу употреблять слово «спасти», это, наверное, было бы неправильно, ну, реанимировать согласие? Я не верю, потому что я не чувствую, чтобы те лидеры, которые сегодня могли бы что-то предпринять, я думаю, они усталы. Им это все уже безразлично. А молодых нет. Я считаю, что члены партии «Согласия» уходят, Сейм уходят. Ну как так? Неужели нельзя договориться? Неужели это все большая коррупция? Неужели их кто-то покупает, этих людей, которые уходят из «Согласия»? Как-то не думаю. Я как-то не думаю, что это коррупция. Просто люди не согласны с той политикой, которую партия проводит. Да.
Может быть, как появление там новых людей. Вот сейчас, как мы знаем, фракцию в Рижской думе возглавил Константин Чекушин, но все-таки это представитель более молодого поколения. Или вы не верите вот в такие спасительные вот... Нет, я понимаете, здесь же не только верить, не верить. Просто, ну вот как-то вот эта предвыборная кампания, ну как-то, по-моему, человек вел себя довольно стеснительно, нет такого вот. Ему бы вот такую политическую наглость и смелость как у Гобзумса. И да, вот именно вот такие качества у этого человека не хватает. Может ли он их приобрести? Я не знаю, я не думаю, потому что, понимаете, ну один, он же видит, какой хаос царит в партии. Я думаю, там все очень обижены на Ушакова. Люди понимают, что Урбанович тоже не тянет больше и не хочет тянуть, а мог бы, скажем, да. Поэтому люди топтаются там где-то на месте. И они понимают, что власть в Риге им уже больше никогда не видать. А что касается Сейма, ну, наверное, да, новые какие-то кнопки еще согласие получит, но все меньше и меньше, к сожалению. Потому что еще такая правда, что в обществе явление согласия не востребовано. Угу. Это правда. То есть фактически получается так, что больше запрос сейчас опять на Русский Союз в Латвии, да, такое ощущение? Да, они более смелые, более вроде конкретно выступают за какие-то конкретные дела, но там тоже нет молодых лиц, там тоже все вчерашний день. Но вот эта проблема смена поколения политической, это проблема и у Русской партии, и у Согласия, и у... Да и в латышских националов. Партий. Да. Да, да, то же самое, да. Но, ну нет, они, ну вот нет таких личностей. Я не хочу тут рекламировать вот этого Гобзумса, но вот он как-то из тех, всех тех, которые там сами сейчас сидят, он самый такой колоритный. Угу. По-моему. Да. Посмотрим, что будет. Вот наблюдаю вот... за ним в Ютубе, да. Его выступление, и у него тут тоже такие театральные жесты, и очень так смотрится убедительно, и голос поставлен. Ну, в общем, так как-то все кажется грамотно он делает, но в то же самое время у него не хватает политической мудрости и такой, такой тонкости. Он слишком грубоват. Да. Вот буквально пока мы с вами беседовали, по информационным каналам пришло сообщение, что все-таки удалось Путину усадить за стол переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Ну, переговоры проводит министр иностранных дел России Лавров. Ну, вот это то, о чем вы говорили. Ну и что? Ну разойдутся и что? Неужели Алиев, что приедет домой и не позвонит Эрдогану, или наоборот, кто-то спросит, ну, что тебе там сказали? Ну, вот сказали, а что нового? Ну, что нового могут сказать? От Рикиси или откажись от Нагорного Карабаха? Или же, а как вы решите, что армяне готовы отдать 7 этих оккупированных областей, что ли? Ну, наверное, нет, пока нет. Но если все эти годы не могли этого добиться, урегулирования вот этого вопроса, то почему так сели за стол и сразу все сделают? Я думаю, это еще раз, пока Трамп, извините, Путин не встретится с Эрдоганом, ничего хорошего там не будет. Да. Еще, может быть, такой вопрос, фактически возвращаясь к тому, с чего мы начали. Казалось бы, вот что вот этот COVID, действительно глобальная пандемия и миллионы жертв, миллионы зараженных, точнее, все-таки заставит мир, ну, каким-то образом прийти к какому-то, не знаю, взаимопониманию, отказаться от этих вот санкций, рестрикций. Но этого не происходит. Как вы прогнозируете вообще дальше какое-то изменение, вот, не знаю, к диалогу вообще могут быть?
Ну, во-первых, вот я начал говорить о националистических настроениях в странах. Угу. Смотрите на Евросоюз. Евросоюз же на глазах рушится, валится. Вот они вроде есть 750 миллиардов евро, которые должны распределить по странам для помощи, для ликвидации последствий вируса, да? Ну и что? Вот сколько они уже мучаются, не могут проголосовать. Потому что есть страны, которые хотят к этому всему прицепить и права человека, и право закона, да, что, ну вот, чтобы, как мне сейчас просто плохо, чтобы было соблюдать законность, чтобы законы соблюдали европейские стандарты. Вы думаете, что Польша и Венгрия за это проголосуют? Нет. Нет. Поэтому тянется все это. А мы уже говорим, вот как мы будем, там 1,6 миллиардов у нас, наверное, как мы их будем распределять. Мы можем говорить, но они еще не, никто за эту сумму не проголосовал. Mm-hmm. Там же еще будет. Но это один, это, в общем-то, говорит о том, что сейчас творится в Евросоюзе. К тому же, вот этот самый вирус, отношение Брюсселя к проблемам Италии и Греция сейчас воюет в Средиземном море, ну, воюет пока в кавычках с Турцией. Это же тоже, ну и что, а как себя проявляет Евросоюз и так далее. Просто все это указывает на то, что нет в Евросоюзе четкой внешней политики, нет инструментов. Ну, нет у них инструментов, как, например, заставить Турцию соблюдать какие-то международные правила и договора и уважать это. Ну как? Чем? Эрдоган плевал на все это, грубо выражаясь. Да? И хотя член НАТО и Евросоюз в основном все члены НАТО, ну и почему не могут, в общем, дать по рукам Эрдогану, сказать: а ты член НАТО, что ты лезешь своей военной машиной в Азербайджан? Ты же без согласия остальных членов структуры, ты же не имеешь права это делать. Ну, а там начнется опять. Короче, об этом можно говорить очень, очень долго, и это, в принципе, в основном гадание. Есть факт только тот, что царит хаос. Вот царит хаос, и сейчас как-то вот в этом хаосе нужен какой-то мальчик для битья. Вот нашли Навального. А Навальный, вот мы опять возвращаемся к вопросу о Навальном. Ну вот кому это? Я сначала хочу сказать, слава богу, что человек жив, что не погиб. И неважно там, в общем, Навальному, кто ему там, кто хотел его отравить, но он остался жив. Но, опять-таки, что породило, какие процессы в связи с этим? Заговорили в Европе и в Германии о том, чтобы прекратить строительство Северного потока 2. Кто против этого потока? Американцы против, да? Им это выгодно, да, выгодно. И вот из этого вот Навального старается делать такую политическую фигуру и, в общем-то, использовать Навального для решение каких-то вот своих внешнеэкономических вопросов. Я говорю сейчас об Америке. Германии нужно это все? Конечно, не нужно. Но поскольку Меркель уже настолько слаба, и в Германии тоже идет серьезная борьба за власть, кто будет следующим Меркелем и так далее. Поэтому там же тоже вот нужен какой-то кого-то надо пороть. Вот Путин. Вот Путин, ну, в общем, все это хотел отравить Навального и все остальное. Я тут начинаю путаться. Да. Зачем Путину это все надо? Вот зачем? Если надо убрать, чтобы он не знал, убрать, что ли? Конечно, знал бы. Но тут кто-то... Кому-то важен этот хаос. Но меньше всего этот хаос нужен России. Этот хаос нужен в данной ситуации американцам, в принципе.
А Евросоюзу тоже в основном вот Польша, Венгрия, еще странам, которые, в общем-то, поставили свою карту безопасности на американцев. Ну, вот как-то так. Может быть, такой последний вопрос. Ну, мы знаем, что у нас произошло с капитальным ремонтом в финансовой сфере. Сейчас премьер-министр уже сам с ужасом говорит о том, что здесь у нас происходит. Транзит и логистика тоже загибается, потому что теперь уже мы не можем рассчитывать не только на Россию в качестве транзитного партнера, но и на Белоруссию тоже. А как страна будет зарабатывать, на ваш взгляд, в этой ситуации? Господи, а туризм? Его тоже нет. Же, в принципе, да, транзит давал еще, ну, скажем, в начале этого столетия 15% в бюджет. 15% – это большие деньги, да? Угу. А туризм сколько? Я не умею назвать сейчас цифры какие, но это тоже. Сколько банкротов и так далее. Так вот, есть ли план? Есть ли план у правительства, как вот это все реставрировать? Транзит им не получится реставрировать, ну, никаким способом. Потому что Россия давно уже научилась свои грузы транспортировать через другие каналы. Кое-что еще, конечно, идет и через Латвию, и белорусы тоже кое-что будут возить через Латвию. Но в принципе, мы эту отрасль потеряли. Да, к сожалению. Так что вообще теперь непонятно, как дальше. Может быть, только вот эти европейские деньги, о которых вы тоже сказали, они станут таким спасительной палочкой-выручалочкой? Я думаю, что, может быть, это мы настолько научились оприходовать вот эти деньги. Я подыскиваю более такое культурное слово, но, в принципе, я знаю, что многие потирают руки уже, вот как мы будем пилить вот эти деньги. Пилить – это вот правильное слово. Пилить, потому что я не верю в добропорядочность этого правительства. Да, ну вот посмотрим, как мы будем пилить. Большое спасибо. Янис Юлкенс у нас был. Будем, к сожалению, да. Янис Юлкенс у нас был на прямой связи. Да. Большое спасибо. Ждем вас в Латвии. Да, спасибо.